Этот улыбчивый парень мог быть сейчас женат, открывать свое первое дело или учиться на врача. Вместо этого Игоря хоронят. Он погиб на войне. Другой парень тоже мог заниматься чем-то полезным, но вместо этого в ближайшие 3 года проведет в тюрьме за отказ воевать. Это граница Верхний Ларс. Там ваши знакомые, друзья, родственники. Чемодан! Вокзал! Потому что они не хотят жить в государстве, которое воюет со спящим соседом, напомню, руками своих собственных детей. Каждый случай уникален, но просматривается тенденция. Мы имеем страну отцов, которая мечтает избавиться от собственных детей, отправив их в тюрьму, миграцию или на фронт. Этот режим отцов опирается на их собственных родителей, на нищих пенсионеров, бабушек и дедушек, которые в назначенный час за пачку соды и нищенскую пенсию придут и проголосуют за нужную фамилию. Мы, дети этого режима, нужны им, видимо, как мне кажется, может, я ошибаюсь, только в качестве фарша. Я не прав.